самое. А пойдемте, подойдем и прокомментируйте сразу. Угу. Мы что наблюдаем? Наличие этих боеприпасов, это выстрелов, они говорят о том, что отсюда действительно вели огонь. То есть нацисты вели огонь именно отсюда, из этих кукол, из этой больницы. А, ну то есть они их просто складировали, подбегали, брали. Да, это просто боекомплекты, которые они использовали. Это РПГ, да? Да. Вот обрати внимание, у ящика иностранная маркировка. Это чего? 37 миллиметровка. Вот. Это либо подумал, вот, пожалуйста, здесь написано. Вот как раз 16 апреля. Вот как раз это ящик, хорошая такая. Да, иллюстрация к поставкам иностранных боеприпасов. Ну вот, это, в общем, не новость, а там. Да, это не ново, но просто она живая иллюстрация. Как раз к этому. О том, как наши, как не знаю, говорят, партнеры. Помогают нацистам. Ну, это если вернуться опять же к поставкам наших замечательных партнеров, да? Ну, пожалуйста, маркировка, обратите внимание. Ну. Вот, где огонь? Раз. Опять же из этого здания, здания больницы. Вот тоже пример. Иностранные ВОГи. ВОГи иностранного производства. Чьи? Надо почитать. Вот они. Вот. Маркировка. Понятно. Ну, надо скрывать, смотреть, чьи.